какие такие образцы, хотя их не установлено точно, сколько их штук было выпущено. Но, тем не менее, сколько-то тысяч. Известно, что из материалов, тех, которые мы имеем, известно, что 8 тысяч, как минимум, таких было выпущено. До тех пор, пока на него не подал, на Мура, на мистера Мура, не подал иск Кольт, потому что вот эта вся часть очень сильно похожа на кольтовскую. То есть Мур просто практически скопировал. Единственное, что у него отличается форма ствола, она восьмигранная, а Кольт использовал круглую. Ну и еще некоторыми деталями также Кольт немножко другой. Мур более компактный, более удобный и немножко более удобно заряжался. Вот, здесь я не покажу точно, потому что мне не точный макет. У него здесь стояла гайка и сворачивался ствол немножко на сторону вместе с барабаном. То есть отвернув ствол, вот прям вот эту часть со стволом и с барабаном на бок, мы могли уже зарядить, вытащить все гильзы и зарядить новые. Это именно гильзовое оружие. Если кольты, ну, 51-го года, например, или кольт Navy, кольт Army, их там целая линейка разных разновидностей, вот, они все, не знаю у кого, может быть, можно найти у кого-то из наших. Вот у него, кстати, кольт. Достанешь свой кольт? Вот, давай. Это кольт Army. Вот, 60-го года, по-моему. 60-го года. Соответственно, он более массивный, и он может заряжаться непосредственно с крутками, с порохом, с бумагой. То есть здесь для этого есть... Подержи. Здесь, соответственно, есть для этого рычаг, для того, чтобы запрессовывать пули в каждую камору. Вот. Вторая была же, потому что на обратном пути кони понесли, короче, и мы их еле остановили. В моем, соответственно, такого нет. Он чисто гильзовый и, ну, соответственно, более современный, можно сказать. Производились они с 60-го года тоже, вот, но более прогрессивные.